Синаксе темные воды поднимались теперь со всех сторон. Основание преуспевало. И как раз поэтому стало представлять угрозу. Как скоро Империя начнет барахтаться, словно утопающий? Как выяснилось, осталось недолго. Всех приветствую, собор, дом, вот провода, вот руки. Ну, я уже походу подзарядился. Так, еще раз попробуем. Специально снял браслет для чистоты эксперимента. В принципе, то же самое, что и на пяти пальцах, только гораздо медленнее происходит все. Откатывается, потом снова идет потихоньку вверх, сейчас опять падение пошло. Еще сильнее падение. Опять вверх пошло. Сижу неудобно. Сейчас до этого сидел поудобнее, как бы откаты были гораздо меньше. По поводу проводов, там в гроте, где я показывал, до 103 мВ ходило, там в гроте просто Илье некуда было отойти, чтобы отснять. Ну, конечно, можно было, я как-то сам выпустил это из виду, конечно. Человек может подумать, что я там сижу, через какой-нибудь пауэрбанк заряжаю какую-нибудь батарейку, блин. Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Здесь очень еще медленнее идет процесс, но он все равно идет. До скольки он достигнет, я еще не проверял. Сейчас я еще попробую теперь надеть браслет, но увидите, он потихоньку идет. Сейчас попробую браслет одеть и посмотреть, что будет дальше. Надел браслет, вот он, вот щупы, вот руки. Ну, то же самое, вверх, потом сваливается, потом вверх, сейчас опять сваливается, снова вверх. Надо посидеть спокойно. Попробую еще раз. Так, сяду поудобнее.
Жаль, конечно, что на мультиметре нельзя показания зафиксировать. 75, но с огромным трудом, очень медленно тут идет. Сейчас я в башню зашел, то сидел в зале. Сейчас под одной из башен, которая открытая. Ну, факт то, что процесс тоже пошел очень медленно, но тут еще работы идут. Сейчас я пройдусь, пойду в эту Липфраункирхе и возле Мартини посмотрю. Конечно, там, не знаю, буду показывать, нет. Посмотрю, если будут удобства, я один сегодня, то покажу. Надо где-то вот расположиться, на что-то поставить, где-то присесть, и можно тогда показывать. Не всегда есть такие удобства. Пошел я до Липфраункирхе. Собора видел что-то подобное, какой-то листок лежит камушками приложенный, уже явно давно. Но прочитать тут я сомневаюсь, что уже что-то можно. Сейчас попытаюсь. Текст уже плохо видно, просматривается, и для меня как бы вот этот шрифт не очень понятен. Нифига толком я вообще не понял, так скажем. Тут, конечно, я прошунгитил гораздо позже, чем 5 пальцев. Возможно, еще из-за этого идет такой довольно слабенький процесс тут. Ну, сейчас вот посмотрю вот у этой церкви. И обратно там пойду, еще одна есть. Самое печальное, вот иду и думаю, а где же мне теперь пульки проверять? Дело в том, что там на ведьмином месте как бы сейчас место силы явно сильно пошло в гору из-за вот этих работ и то, что система там сейчас не работает. То есть я там проверить, скорее всего, не смогу, потому что мне сказали, что там и дальше вроде работы идут, какие-то парковку новую, а она где-то к этому зоопарку ближе. Тут, если тоже процесс пошел восстановления, значит, тоже я не смогу проверить. Но если только вот там, где орган, где вот это вот непонятные вещи происходят. Ну, может быть, конечно. Надо там попробовать проверить. Надо еще с мультиметром проскочить там, попробовать, посмотреть, что там будет. Не знаю, сегодня. Может, даже сегодня успею. Но тут пока совсем все печально. А в соборе, если я до 70 ждал, по-моему, быстрее, чем здесь, до 40 милливольт. Тут совсем едва-едва. Тоже с откатами вниз, потом медленно-медленно. Опять откатится и опять медленно-медленно. Устал держать, честно говоря. До 40 или до 42 дождался, просто уже надоело. Но факт то, что процесс все-таки уже повернулся вспять. Поэтому тоже, так скажем, положительный результат. Ну, пойду еще там во дворе посмотрю, проверю. Там я тоже, по-моему, хорошенько. Ну, тут, по-моему, надо еще поработать. Подумать, как хорошо еще сделать. Я тут, в принципе, все вот это вот, все полностью вокруг прошел. Целиком. Надо, наверное, еще пару кругов сделать. Ну, тут, в принципе, то же самое, что и внутри церкви. Очень-очень медленно, очень-очень слабо. Постоял немного там. До 35, по-моему, дошло, надоело. Ну, не стал выжидать особо. Может быть, до 45 дойдет, тоже как внутри. Или 43, там 42, сколько точно, уже забыл даже. Неважно, в принципе. Факт то, что процесс в обратную сторону идет. Ладно, тут, конечно,
Тут ладно. Ну, в принципе, и по ощущениям скажу, что, в принципе, я ничего тут не чувствую. И в соборе тоже практически ничего не почувствовал. Единственное, что в соборе странный был момент, когда я зашел в башню, поставил вот это все на столик, и я начал слышать прям сильно свое сердцебиение. Прям такие удары, бум, бум, вот. Стоял и их очень хорошо слышал. Вот сейчас попытался их услышать, свое сердцебиение. Нет, не слышно. Не чувствую, не слышу. А там прям такое сильное было. Пульку-то, кстати, я забыл сегодня одеть. Ну, в принципе, если идет все вверх, то навряд ли что-то тут будет такое. А вот туда, если я сейчас поеду, то, скорее всего, мне надо будет все-таки одеть пульку, потому что там вот эти подозрительный органчик с вот этими квадратными трубами, неизвестно, что там вообще творится. Ладно, поеду я быстренько, наверное, проскочу все-таки. Время пока немного есть. Хотя, честно говоря, неохота. Ну, в принципе, я, наверное, сейчас сделаю два в одном. Поеду туда, заеду, проверю. И сразу поеду туда, до друга. Мастерскую там позанимаюсь немножко. Попробовал возле церкви, возле мартини. Посидел рядом. Закрыта она, сейчас по дням только, каким-то там суббота, по-моему, четверг, еще какой-то день, не помню, открывается, поэтому сидел рядом, в принципе, это без разницы. В районе 35, все, дальше не идет, и главное, вниз не идет, и вверх, вот 30-35, вот вверх-вниз. Посидел, надоело, в принципе, странно, почему так. Ладно, будем разбираться потихоньку. Должно быть все равно чуть-чуть плюс, но нету. На месте стоит. Поехал я, наверное, туда еще заскочу. И на сегодня все. Форельки плавают. Интересно, видно, нет? На видео. Я, правда, вообще ничего не вижу. А, во, вижу. Вот форелька одна. Вот тут где-то еще одна. Вот она. Тут еще парочка где-то вот здесь. А тут солнце блестит. Надо в сторонку отойти. Вон парочка стоит. Ну, в общем, туда дальше тоже стоят форельки. Я тут помню, когда-то работал в этом парке. Тут кормил их червями. Делать нечего. Работа такая была. Накопаю. Там в углу стоит. Накопаю и иду им, кидаю червей, смотрю, как они их трескают. Вот там за окном орган гудит. Гудит или воет, как правильно сказать, даже не знаю. Вот мои руки, вот щупы, чтобы не было разговоров, что я заряжаюсь от какого-нибудь пауэрбанка. Ну, в районе 20 держится. Вот даже заряд пошел. Ха, интересно. Самое, как у мартини, в районе 30 зависло. Эту мартини я сидел, несколько раз пробовал. Сколько не пробую, до 35 доходит, и потом до 30, до 27, куда туда. Вот, смотрите, тут уже больше даже поднялось, 37. И опять вниз.
Похоже что-то на то же самое. Попробуем еще раз. Очень похоже, как у Мартини. Ну, хотя нет, не совсем. Сейчас почему-то вниз пошло. Ну, может, сейчас опять упадет немного, потом опять поднимется. Ветер закрутило. Да, очень похожее. Вот у Мартини у меня примерно то же самое было. До 35 доходит, все зависает, и вот начинает колебаться. До 35, потом где-то до 30, вот в этом районе. Плюс-минус немного там. Аналогично. Ладно, проверим пульку. Я проверял перед тем, как сюда подходил. О, странно, она тут прохладная опять у меня стала. Я подходил, она была такая, ну, еле-еле тепленькая. А сейчас прям прохладная стала. Ну, сейчас я похожу, еще раз проверю, потом расскажу. То тут круги понарезаю, чтобы понять, может, реакция пули такая. Очень странно, конечно, сейчас покажу. Вот она у меня даже придавленная ремнем пулька к туловищу, и при этом она прохладная, представляете? То есть она стала ниже температуры тела. Как это вообще возможно, если я в одной майке, на улице довольно тепло, представляете? А она прохладная. Я не знаю, посмотрю, если сегодня Илья свободен, может, мы еще раз на 5 пальцев съездим. Посмотрим, что-то я уже передумал ехать точить, что-то время уже, похоже, толком я ничего не успею начать делать, и как мне надо будет уже собираться, поэтому лучше я поеду домой, позвоню Илье, и может быть мы еще раз ездим на 5 пальцев, чтобы убедиться, чтобы это не было, как бы один день сработало, а на следующий день я приезжаю, а там ничего. Тогда будет как бы странно, да? Мне вот тоже это хочется проверить. Я надеюсь, и вам это интересно. Вот, я и добрался. Снова до 5 пальцев. Сегодня я один. Я, кстати, уже босиком хожу. Прикольно так. Давно. Ну, накупаться, когда езжу, конечно, на озеро, я обязательно хожу босиком. Одел шляпу. Еще одну теорию проверить. Говорят, вот это вот маленький энергосборник. Сейчас мы будем проверять в том плане, что прошло сколько? Так, я был в воскресенье, да, по-моему? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну, короче, несколько дней прошло. Я забыл, когда я был точно. Или не воскресенье, я не помню. Ну, неважно. Сейчас мы попробуем, еще раз проверим. Мне самому, во-первых, это интересно, надо же убедиться. Действительно ли все это так, как я думаю, или все-таки это просто какое-то совпадение. В тот раз было, сегодня раз, и ничего не будет. Ну, в соборе вы видели, что как бы процесс такой, как бы это сказать, такой, ну вот, как будто только самое начало, да? Вот-вот он проснется и начнется вот там что-то подобное. Здесь уже как бы, ну и как я говорил, собор я гораздо там вот эти все церкви позже обработал. Здесь я уже давненько, уже больше полгода прошло. Ну, полгода как минимум, поэтому тут уже получше, как вы видели в Тале. Ну, там, к сожалению,
я снимала, вот это блестело, плохо видно, но я вам скажу, там так быстро мы когда пришли, начали проверять, ну, пару минут посидели, конечно, начали проверять просто заряд. Бью. В горку у меня, по крайней мере, бежал, у Ильи чуть помедленнее, ну, у него здесь как-то все медленно происходило. Может быть, то, что я пульку часто ношу, тут еще шнурки начал носить, да, может быть, все это взаимосвязано. Сейчас вот сюда летом, в принципе, надо босиком ходить, да, я вот дошел, там чуть-чуть поднялся и сразу разулся, пошел пешком. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Мультиметр я специально поставил в тенек, пониже, чтобы видно было. Не знаю, насколько хорошо будет цифры видно, все-таки не близко, провода довольно длинные. Вот провода, мы их и распутаем, чтобы, в общем-то, ну, не получается все равно чуть-чуть. А, вот получается. Так, берем. Ну, пока скачет. Опять же, иногда я заметил, что все-таки где-то беру не теми местами. То есть я, бывает, со второго раза беру и как-то раз и пошло. Ну, в принципе, сейчас видно, уже процесс идет, да, медленно, ну, как я и говорил в тот раз, хотя сегодня, по-моему, он чуть-чуть быстрее идет. Хотя вот это я на камни оперся, это может быть зря, в принципе, я босиком стою, есть контакт с землей. Ну и вот, как я говорил, откаты, обратно, потом вверх. Вот застряла, еще чуть-чуть вниз. Процесс такой не быстрый тут. Опять я неудобно встал, правда. Как-то на боку стою, навалившись на камни. Но все равно процесс идет потихоньку. Вот опять откат. Снова вверх, опять откат. Ну, в общем, такими прыжками. Сейчас я попробую все-таки встать поудобнее как-то. Я подозреваю, тут люди подошли еще. Я встал на самом проходе. Сейчас перейду в другое место, чтобы никому не мешать. И стоять удобно. Так, видать. Ну, больше рук тут ничьих нету. Я нормально сейчас встану. Так, нормально возьму. И будем наблюдать за процессом. Опять же, я скажу, что он может быть очень небыстрым и даже долгим. Потому что бывает в ноль прям сваливается. Ну, вчера в некоторых местах пробовал. В ноль свалится. И потом потихоньку начинает разгоняться. Наверное, меня люди отвлекают, много людей пришло сейчас. Так, очередная попытка. Встал я опять на этот камень, с которого начинал. Там люди рядом стоят, может, они разговаривают, отвлекают меня. Тут, правда, смотрю, как бы мультиметр не свалился, не очень хорошо стоит. Ну, в принципе, процесс идет потихоньку, с маленькими откатами. Я думаю, надо все-таки перебраться в грот, там спокойно сесть, где никто не будет мне мешать, и ветра такого нету. Сегодня ветер, ну как бы довольно ветрено, даже может то, что ветер меня качает.
Ну смотри, даже за 30 не переваливает. Наверное, надо обуться. Или шляпу панаму снять. Прикольно. Сейчас я еще буду пробовать, посмотрю. Ну, подтверждаю, по показаниям прибора было практически 90 милливольт. Спасибо. Не за что. Да, друзья, ходите босиком. Вообще шикардос. Ощущения. Тут тем более песочек. Вообще классно. Кстати, я когда на первую вот эту горку шел, сейчас иду я на вторую горку, и по рукам почувствовал, прям по рукам, вух, меня идет. Ну, случилось то, что случилось, это бывает такое, я уже говорил об этом. Иногда, когда хочешь показать что-то, оно раз только и не срабатывает. Интересная фишка такая происходит. Сколько раз у меня уже было, я даже не помню. В общем, ты что-то сделал, получилось. Ты думаешь, ну, надо показать. Причем сделаешь это 2-3 раза бывает. Потом раз включаешь видеокамеру, все, не работает. И это уже не первый раз. Вот такая вот ерунда. Ну, то, что по рукам, конечно, вот это прям как поток какой-то. Вот в районе кистей. Чуть ниже локтей, вот в этих местах ощущения были такие, такого я еще не испытывал первый раз. Сейчас я пойду все-таки в гроте посижу, посмотрю, что там у меня получится. Прошлый раз, кстати, тоже не с первого раза в гроте сработало. Я там посидел, попробовал, ну как-то пошло, но очень плоховато. Второй раз чуть-чуть получше, а третий раз, ну я уже показал, там до 103 милливольт дошло. Ну все, мы уже подходим. Сейчас покажу, что там получится. Фу, очередная попытка. Вот провода, а вот руки. Отодвину чуть-чуть. Давай. Вот. Показывать надо, да? Так неудобно держать, я вам скажу. В общем, пытался там показать, не получилось. Потом пробую, работает. Второй раз пробую, работает. Потом парень с девушкой проходят, слышу, по-русски говорят. Говорю, подойдите. Попросил зафиксировать процесс, но не стал их, правда, томить, до 90 дошло, дальше не стал томить. Попробуем еще попытку, хотя, наверное, я сделаю паузу, что там, отдышаться же надо, я забыл. Процесс тот же самый. Каты. Потом вверх. Вот каты. Правда, не получается включить, надо шевелиться. То есть в процессе, когда идет вверх, одному как-то неудобно это делать. Либо надо это сидеть и полностью ждать, пока процесс пойдет вверх. А он не быстрый. Пока что-то за 40 не заваливает.
Сейчас, конечно, посижу еще, попробую, как в тот раз. Но опять же, включить некому. В тот раз Илья стоял рядом, он включил, когда у меня уже там хорошо пошло. В этот раз некому включать, надо пробовать. Еще одна попытка. Опять же, руки. Все забываю показать. Вот они, руки. Неудобно показывать, когда один. Да, процесс долгий. Что-то сегодня много откатов. Может, потому что я босиком? Или сегодня не хочет камера показывать вам? Камера не включена, работает. Камеру включу, опять не работает. Да что ты будешь делать сегодня? Это прикольно. Ну, как бы небольшой-то подъем есть, все равно. Если только рассказывать, что я сам ощущаю, то да, как бы я сейчас немножко подустал, вот в гроте немного охладился, на солнышке все равно жарковато. Пойду сейчас еще где-нибудь тут похожу, проверю. Ну, только что у меня вот было до этого. Включил камеру, все, опять не показывает. Думаю, ну сейчас покажет. Нет, не хочет. Я угораю. Что ж ты будешь делать? Вот или нету. В общем, надо много попыток проводить, во-первых. Не каждая показывает. Ну, какие-то моменты, ну, по крайней мере, в Тали, там просто берешь и сразу так быстро это происходило. Тут как-то по-другому. Надо попытка за попыткой, и потом в какой-то момент, ну, попробую сейчас еще раз отпустить и взять еще раз. Хотя, подозреваю, ничего не изменится. Ну, как бы вот почти с минимума начинается. Немного подъем какой-то идет. Было до 30, да, где-то. Сейчас совсем мало. Совсем на 12 замерзло. Прикольно. Ну, очень медленно, медленно. Ну, сегодня придется на слово, наверное, верить. В тот раз, как бы, Капеля не показал тоже. Сегодня не хотит. Сегодня не хотит на видео, потому что некому в тот момент, когда идет заряд, некому в этот момент включить и показать. Ладно, не буду я. Пойду я еще тут наверх заберусь, там попробую. Может, там получится на камеру. Попробовал сейчас в этом гроте. Раза три. Ну, в общем, такое наблюдение интересное. Дело в том, что вот Мартини до 40 милливольт подымалось, но все равно в плюс шло, да, и вот тут сейчас то же самое происходит. Начинается, причем буквально с 5 милливольт. Идет в плюс очень медленно, но всего лишь до 40. Просто мне потом уже надоедает стоять. Я сейчас стоял несколько минут, вот до 40, до 42 где-то подскакивает и все. Дальше не хотеть, но самое главное, что это другой процесс совершенно. Если раньше я делал это все, сколько уже проверял раз, я уже даже не смогу вспомнить. Берешь обычно там, ну пускай у тебя сразу 60 милливольт. Или даже иногда 100 милливольт бывает. И потом оно сваливается куда-то вниз.
если с 40, то обычно там до 20, где-то до 15, до 10, с 30, до 10, до 5, вот так падает и какой-то минимум показывает по-разному всегда. То сейчас все идет в обратную сторону. Идет плавный плюс. Даже с 5 милливольт пускай, но он идет плавный, потихоньку. Но, к сожалению, тут никого нету сейчас. И некому подтвердить то, что вот этот плавный процесс, он шел с 5 буквально до 40 милливольт. До 42 даже доходил. Ну, вот как бы вот так. По ощущениям, хорошие ощущения. Ну, вот пока я больше ничего не чувствую, вот только то, что по рукам сильно почувствовал, когда еще на первую вот горку подымался. А сейчас просто мне хорошо, приятно, хочется тут, не знаю, матрасика нету, полежать, отдохнуть, может даже и поспать немного. Были теплые ночи, я что-то замотался и забыл, надо было сюда приехать хотя бы вечерок посидеть там до часиков, не знаю, до 10, пускай до 11, может быть до 0, смотреть, какие ощущения будут. В общем, будем посещать иногда, все-таки что-то явно тут происходит, и причем в положительную сторону. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Босые ноги грязные, пошли домой. Где там грязные ноги? Ну что, друзья, энергия идет. Ловите ее. То, что показать я не смог, это ни о чем не говорит. Все равно энергия идет. Вот через экран прям вам пук отправляю. Этот заряд энергии мощный. Не знаю, как это по рукам почувствовал, но очень было интересно. Очень интересные ощущения, я вам скажу.